Привет, друзья! Вот сегодня удалось мне вырваться на Северное море. Просто повезло по-бешеному. Посмотрите, сколько здесь водорослей лежит. Начинаешь поднимать эти водоросли, под ними маленькие крабики, улитки. Креветок, к сожалению, я не нашел. Ну, бомба. Как раз попал во время отлива. Очень своевременно. Если вот так в камнях, там есть маленькие и большие крабики. Можно брать для аквариума. Соленость я промерил. Получается где-то 28-29. Очень скользко, надо идти осторожно. Можно хорошенько шлепнуться. Маленькие улиточки здесь есть такие, которые полдня на воздухе, полдня в морской воде. Очень интересно. Ну, еще я, знаете, что мидии набрал, оторвал. Сейчас покажу вам. Вон там, видите, на камнях их очень много, где вода уходит. Ну, а эти сволочи, они тоже полдня на суше, полдня в воде. Красота неимоверная. Кроме того, тут еще есть маленькие такие ракообразные. Вы можете посмотреть, видите, улиточки прям здесь сидят. Всякие разные. И вот несколько мидий я тоже оторвал. Поставлю себе в банку. Раскидаю, не знаю, сколько они смогут жить. Здесь, конечно, очень богатая. Видите, сколько. Как илда. Тут им есть что фильтровать, есть на что жить. В аквариуме таких возможностей нету. Тут, не знаю, слышно меня, не слышно. Получается вот такой клондайк для аквариумиста. Ну, при желании можно еще что-нибудь поймать. Но я уже не знаю. Вот это мои следы, я здесь топтался. Дальше идти боюсь, там эта гадость, она затягивает, как болото. Очень много интересного, можно целый день, конечно, здесь провести. Но куда все это девать, то, что ты набираешь, девать некуда. Ну вот, если я вам могу вот показать, можно оторвать. И вот крабик, пожалуйста, сидит, вам повезло, видите, вот он. Красавчик. Красавчик. Тимой сладкий. Вот он. Мы его сейчас отпустим в море. Ну, такого малюську можно в аквариум взять потом, когда он вырастет. Хотите? Ах, ай, отпусти. Отпусти, негодяй. Я ж тебе ничего плохого не... Я тебя просто помыть хочу. Ах ты, негодник. Вот он какой. Взять или отпустить, что скажете? Отпустим, да? Давайте отпустим. На, иди. Иди. Не хочет. Не хочет, я его отпускаю, иди. Не хочет уходить. Сам не хочет, смотрите. Не хочет уходить. Иди к мамке с папкой. Плик, все, услышал. Правильно, пошел. Вот такие устрицы, улитки, вот, смотрите, вот. Видите, прямо улитки, кругом улитки. Так, у них очень толстый такой панцирь, это вообще, блин. На него наступаешь, он не ломается. Это еще какая-то улитка интересная, другой породы. Ну все, уже вода начала прибывать, потому что я вижу те места, где я ходил, уже покрыты водой. Взял специально сапоги. В кроссовках здесь ловить нечего. Я так обрадовался, что сначала ринулся было в
кроссовках сюда, ну чуть не улетел, побежал опять наверх, переобулся и в сапогах чувствую себя более-менее уверенно. Вот такая красота. Ну здесь просто немереное количество, видите, заросли. Там уже глубже по фарватеру. Очень хотелось бы креветку найти, но нету, не нашел. Ладно, ребята, давайте. Вот такой маленький репортаж я вам сегодня сделал. Думаю, понравится. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Будем отвечать. Если какие-то вопросы есть, задавайте. По аквариуму я что-то разленился в последнее время с этой работой, не то что разленился, скажем, времени нету. Сейчас здесь хочу посмотреть, вот такая лужа интересная, в них могут быть креветки, но это не наш случай. Улитки есть, две штуки живые шеволятся там. Лимончиков бы найти несколько штук, можно было бы их скрестить наших североморских полимонов с полимонами средиземноморскими. Здесь посмотрим, может, есть какая-нибудь живность. Так разбираешь и что-нибудь найдем. Устрицы вот они прям слились с камнями. Красота. Северное море, суровое море. Здесь выживают только сильнейшие водоросли. Видите, какие? Да, кстати, я там в ведре еще набрал немножко других водорослей. Покажу вам, если не забуду. Нету ни одной горнельки. Наверное, они... О, смотрите, сидит. Красавчик. Красавчик. Сейчас. Опс. Вот этого я возьму, он маленький. Пожить какое-то время, пойдет ко мне в рассадник.